Привет, как тебя зовут и откуда ты? Привет, меня зовут Костя, я из Одессы, Украины. Почему ты решил стать фотографом? Решил стать фотографом, потому что мне это интересно. Почему ты выбрал именно нашу школу? Потому что посоветовали друзья. Какой тебе больше всего нравится предмет и почему? Все предметы по-своему интересны, так что не могу сказать конкретно. А если говорить об учителях, то кто тебе больше всех нравится? Больше всего нравится Агат из Словакии. Что он преподает? Он преподает инсценизированную фотографию, концептуальную и информатику. То есть тебе нравится больше концептуальная фотография? Не сказал бы уже конкретно концептуальная. Мне просто нравится, когда я могу контролировать процесс как и фотографии, так и после того, как уже вижу как бы, то, что я сфотографировал, могу в дальнейшем редактировать компьютер. Потому что плюс я еще к прошлому образованию информатик. Поэтому мне просто так и проще, и интереснее. Скажи, каково тебе, как иностранцу, жить в Польше и тяжело ли было адаптироваться здесь? Я уже в Польше достаточно давно, то есть несколько лет, и, не знаю, не чувствовал никакого дискомфорта, потому что сразу же попал в очень приятное общество. А как тебе Краков? Нравится. Очень много туристов, очень много жизни. То есть к этому, пожалуй, было сложно привыкнуть. Но, в общем, очень доволен. Чего ты больше всего боялся, прежде чем начать здесь обучение, прежде чем стать фотографом? Боялся того, что мне из-за того, что это станет такой обыденностью, что мне перестанет нравиться фотография, я захочу выбрать что-то другое. Ну, такого, к счастью, не случилось. Что бы ты сказал сам себе год назад? Год назад я приехал, не знаю, что будет в дальнейшем, не знаю, чего ожидать от школы. То есть это было такое состояние неведения. Но в дальнейшем оно преодолелось, и сейчас я всем доволен. Кто или что является твоим самым большим вдохновением? Моим вдохновением являются, в принципе, все люди, которых я встречаю в жизни. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока.